Как ты? Да ничего, нормально. Ты не собираешься домой? Да вот, как раз собирался. А ты не забыл, что у твоей дочери сегодня день рождения? Ах, как я мог забыть, а? Мам, это папа? Она хочет что-то сказать тебе. Папочка. Дочь моя. В этот прекрасный день, в день, который Аллах даровал мне тебя. Моя принцесса. Хочу пожелать тебе всех благ. Расти послушной, хорошей и доброй девочкой. Я очень сильно тебя люблю. Я тоже тебя очень сильно люблю. Ты у меня самый лучший папа. Я жду тебя, приезжай поскорей. Да, я уже выезжаю. Мам, а давай я надену то платье, которое ты мне купила? Я уверена, папе очень понравится. Конечно, моя хорошая. Размеры есть? Да, есть. Да-да, хорошо. Рус-красно, тормози! به بدأت ولكن لم
أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا У пациента нестабильная гемодинамика, надо подключить вазопрессоры. И закажите 4 армассы. Двадцать капель поставь. Подключай норадреналин. Папочка, ты же обещал, что скоро придешь. Папочка, что с тобой случилось, пап? Не оставляй нас, пожалуйста, пап. Папочка, ты же обещал, что скоро придешь, пап. Папочка, что с тобой случилось? Набери адреналин и отдохни быстро. Не оставляй нас, пап! Пап, пожалуйста, забирай. Нас, пап! Не умирай, папа! Папа, не умирай! Оставьте меня! Я рожа. Я рожа.
Я сожалею. Мы сделали все, что смогли. تمضي بنا الأيام لنحقق الأحلام إيمانا رغما عن الآلام للخير والوئام سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احتراما تسمع الأكوان قد كرم الإنسان مولانا هذا هو الميزان احترام سلام أخوة ونهضة يشغل تقبل ويقين لا لا فرق يا إنسان لا ولكن في الأفضل أو الله всемогущий обманутый этой мирской жизнью в которой я всего лишь гость. Прошу тебя простить меня ради твоего величия, ради твоего могущества, ради твоей милости. О Аллах всемилостивейший, пред Тобой мое покаяние. На Твою милость уповай. Мы всего лишь Твои беспомощные рабы. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите